вторым номером «Буффало», номер 3 «Кавказская снята», под 4-м «Сербия В», под 5-м «Дрейк», номер 6 «Будапешт» снят, под 7-м номером «Миролюбка». Внимание, будет даваться старт третьему призовому заезду. Приз памяти Аллы Михайловны Колдуновой. Стартата сбоил Дрейк. И Миролюбка. Сбоила Миролюбка. А во главу бега определился Декарт. На второй позиции бровка Сербия В. Полем Дрейк. Далее Буффало и полем Миролюбка. К отметке первой четверти подходит Декарт. Неправильным ходом проходит дистанцию Буффало. 35-0. 35-0 первая отметка дистанции. Первые 400 метров за Декартом. На второй позиции Дрейк. На третьей Сербия В в борьбе. Миролюбка и Буффало. Буффало будет дисквалифицировано. А по дальней прямой бег пока очень уверенно возглавляет Декарт. У Декарта в этом сезоне всего второй старт, он только проходил квалификацию на нашем уровне. И сбой допускает Декарт, не выдержав предложенного самому себе пейса. И на первое место, еще один сбой допускает Декарт, и на первое место определяется Дрейк. Тридцать шесть и три десятых секунды была вторая четверть за Дрейком. И во главе бега Дрейк. Третий сбой допускает Декарт. Двухлетним лошадям разрешается всего три сбоя по дистанции. Остальные будут считаться лишними, и результат будет дисквалифицирован. Итак, впереди Дрейк. 37-0. Третья четверть за Дрейком. На второй позиции Декарт. Лишний сбой допускает Декарт. А лошади подходят к финишу.